стирка на месте, а наклейка отлетела. О, это вот она недавно отлетела. Больше месяца. Да, 24-го. Вот здесь. Да. Стирка на месте. Не все на месте. Все на месте. Так и оставим. Еще на месяц. Угу. Посмотри там, какая погода через месяц. Хватит тебе. Вытерпите мне. Шунин. Что такое красивое? Это зелененькое. Ой, мне так боится. Сразу начнем. Да. Со самого страшного. И что, ты стукнулась и не помнишь как? Нет. Пока вот у меня видно, ну, треснул и начал уже надламываться. Я думаю, что такое? Ты не падала? Это я где-то в подвале. Что-то я не доставала, я себя не помню. Или банка у меня срывалась. О, тут прямо это. До болячки. Трещина такая. Я вот хотела тебя спросить. Я-то нет, я на тебя смотрю. Ты же знаешь меня. Не больно? Нет. Угу. Thank you.
снимаем результат. Как будто ты где-то далеко, я не могу тебя, я тебе не достану. Вот, результат, все, готово. Такие уже у нас есть похожие. Так, а где тут ключ? Итак, на первой клиентке у нас была протезирующая база. Вот такой полигель с шиммером номер 3 от Биолабс. Цвет у нас был кои номер 234, светоотражайка. И топчик Элит Карбон Топ от Iris Key. Ровно месяц. Вот, Слада покусала. Здесь все вот так вот. Месяц. Длину убираем? Конечно. Форму. Такую же? Кругленькую. Кругленькую. Хорошо.
Вторая клиентка — протезирующая база от Z Color. Мой самозамес вот такой вот. И топ Elite от RSK Carbon Top. Все. Мой рабочий день закончился. Сейчас я быстренько приведу в порядок вытяжку. Так, салфетеньку беру для вытяжки. Иди сюда, ко мне, моя прелесть. Кстати, предстоит мне еще вот такой большой разбор. Здесь у меня в основном блестки, втирки, всякое в баночках. Была у меня, еще стразы. Была у меня идея купить такие вот контейнеры, вот такие как стразы, и все эти баночки пересыпать. А потом думаю, а как я пересыплю втирки, всякие вот такие вот юки? Нет, не подходит. Можно, конечно, пересыпать всякие вот такие вот, вот такие шарики, все такое. И стопочкой сложить, и будет больше занимать места, да? Будет больше места занимать. Ну, не знаю, пока закрою, пока это, уйди, не хочу я с тобой сейчас заниматься, не до тебя. Ящики тут тоже свои перебрала. Здесь вот я отложила свои самозамесы. Здесь у меня не самозамесы, топы всякие, все отдельно. Вот как раз получила вот эти штуки, которые я вам показывала в тележке, вот эти вот коробочки. И вот так можно закрывать эти коробочки, можно не закрывать, это уже как кому нравится. Я тестировала вот эту пилочку. Хорошая вот эта пилочка, очень классная. Я ее сейчас в порядок приведу и уберу в пакетик. Будет у меня индивидуальная для моей клиентки, потому что выбрасывать ее жалко. Один раз я ей поработала, она еще очень сильно хорошая. Видите, как аж прям блестит, блестит. Сейчас я ее почищу и в пакетик подпишу. Что здесь у нас? Вот здесь у нас. Гляньте, что у нас здесь творится. Значит, вот эти лоточки я пристроила. Была у меня тут прям головоломка Тетрис. Здесь у меня всякие файлики. Здесь основы. Файлики, бафики. Положила, чтобы они на виду были, чтобы я их не потеряла. Пластмассовая, металлическая. Металлическая — это ободрать надо. Не могу ободрать, честно говоря. Здесь бафики, я уже сказала, да, здесь файлики тоже разные, здесь файлики тоже разные, а здесь вот пилки. Сейчас хочу потратить сначала пилки, есть у меня которые одноразовые, можно так сказать, я их выкину, и тогда уже будем что-то новое брать, потому что они у меня лежат все в куче, и я не могу, мне всегда кажется, что у меня не хватает пилок, не хватает файликов. А когда я вот так разложила, смотрю, мам, дорогая, сколько у меня их тут, а? Так, здесь у меня крафт-пакеты, надо еще докупить, маски. Ну, все, все, больше я ничего не нашла, каких здесь еще можно. Здесь салфетки положила, здесь пустая пока баночка, вот так распределила. Здесь как раз, нет, баночки еще здесь не все, потому что их было сколько, 6 штук. Вот, весь комплект сюда вместился. Нифига себе, да? Вот это вот комплект из 13. Ну, вот эти, если не считать, маленькие. Но они сильно маленькие. Я у девочек спрашивала в телеграм-канале, что здесь можно хранить. Они прям сильно маленькие. Сюда две бутылочки встает. Это, например, база и топ. Все, больше ничего не становится. А здесь какие-то, ну что, рыться в этой маленькой коробочке, я не знаю. Ну, салфетки он пока положила. Вот. Ну что, надо вытяжку почистить. Dust Free, престиж у меня. Я распаковку снимала, установку снимала, все снимала. Довольна я ею или нет, много раз про это говорила. Ну, как бы да. Но сегодня у меня был, конечно, опил. Я пилила базу, которая очень плохо спиливается. Прямо она летела куда хотела. Вот. Но, тем не менее... Вот так вот все напилила я. Сейчас мы посмотрим. Здесь у нас и зелененькие, и красненькие, и розовенькие. Здесь у меня 3 клиента. Да, 3 клиента. Но я немного материала кладу, поэтому очень не так уж прямо много опила. Я через 3 клиента меняю салфетку. Вот так вот убираю. И все чистенько.
Все, фильтр, видите, чистый, девственно чистый фильтр. Я его даже не достаю и в руки не беру. Теперь я прохожусь антибактериальными салфетками, вот такими вот. Можно было, конечно, побрызгать. Я потом брызгаю, когда уже все закрываю, потому что я боюсь, что там куда-нибудь брызги в какой-нибудь мотор попадут. Конечно, тут все закрыто, но лучше я не буду рисковать. Поэтому вот здесь вот, ну вот здесь вот с краю, вот здесь вот, где чего налетело, я влажными салфетками просто прибираю. Ох, у меня сегодня эта база летела везде, даже за шиворот. Вот не люблю я базы, которые шкурочками спиливаются. Я всегда еще так прохожусь, чтобы, ну, чисто для дезинфекции. Вот здесь все, тут чисто. Здесь кладу салфетку, просто кладу, никуда ничего не заправляю, не затыкиваю, просто кладу ровненько вот так вот. И сверху опускаю решетку, а она под своей тяжестью все сама заправляет. Все. Ну, теперь уже я буду, конечно, здесь дезинфекторами брызгать, потому что, ну, уже лучше, конечно, пройтись более серьезными средствами. Вот видите, стряхнула пилочку. Вот как ее выбрасывать? У меня рука не поднимается. Она еще вот как новая, поэтому я сейчас ее в конвертик уберу, и клиент, который ею пилился, будет и дальше пилиться, потому что, ну как так, она вон вся хорошенькая какая, да? Что ж выбрасывать-то? Лучше я буду выбрасывать те, которые спиливаются и уже негодные. Ну что, я вроде бы прибрала все, до чего дотянулась моя рука. Осталось только... Костя, я подоконник протерла. Хорошо. Так что тебе осталось только помыть полы. Все вроде поверхности я прибрала, продезинфицировала. Вот этот коврик надо еще вытрясти. Вот, еще и коврики почистить надо. Вот. Все, я иду домой. Всем хорошего дня. Спасибо за внимание.